уважаемые коллеги. Коллеги, мы вам забыли пожелать. Здравствуйте, в студии РБА News Василиса Морозова с последними новостями уходящего года. Москва еще только собирается праздновать Новый год, но в некоторых частях нашей страны его уже вовсю отмечают. У нас на связи специальные корреспонденты Русбизнес-Авто. Прошу вас, Владивосток. Уважаемые коллеги, отдел продаж Владивосток от всей души хочет вас поздравить с наступающим Новым годом. Отдел продаж самый молодой у нас, но и самый уникальный. Уникальность нашего отдела заключается в том, что Новый год мы будем отмечать самыми первыми. Поэтому хотим вам пожелать счастья, здоровья, благополучия, успеха, чтобы все-все складывалось удачно и позитивно, и кобелку в дом каждого. Ура! Ура! Коллеги, мы вам забыли пожелать самого главного, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Денег вам! С Новым годом! Ура! Я не могу! Уважаемые коллеги Русбизнес-Авто, поздравляю вас от лица всего нашего коллектива города Иркутска с наступающим Новым годом. Желаю вам больших продаж и перевыполнения планов. Счастья и удачи! Крепкого сибирского здоровья! Пусть в ваши дома стучится радость и веселье! Дорогие коллеги, от лица отдела продаж Красноярск из суровой снежной Сибири поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаем вам легких клиентов, больших сделок, легких и удобных проектов и огромной-огромной удачи и, конечно же, будьте здоровы! Новым годом! Новым годом! Новым годом! Томский филиал поздравляет всех коллег с наступающим Новым годом 2019 и желает больших успехов, счастья и радости в работе. С Новым годом! С Новым годом! Отдел продаж Уфа передает вам башкирский пламенный привет и поздравляет с наступающим Новым годом! Ура! 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 Коллеги, отдел продаж Казань поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам личного и профессионального роста. Развиваться не только в теории, но и на практике. Быть специалистом широкого профиля. Новых проектов и больших продаж. Хорошего настроения и дружного коллектива. Пользоваться предоставленными ресурсами компаниями, продавать технику на всей территории Российской Федерации и идти только вперед. С наступающим Новым годом! Дорогие коллеги, поздравляем вас с чудесным праздником, Новым годом! Пусть этот год принесет вам только счастливые мгновения, позитивное настроение и успех. В новом году желаем вам еще больше интересных сделок, надежных партнеров и выполнения всех намеченных планов. С Новым годом! Дорогие коллеги, отдел продаж Нижний Новгород, компания Росбизнес-Авто поздравляет вас с наступающим 2019 Новым годом. Желаем счастья, здоровья, выполнения продаж, KPI и всего-всего, чего вы сами захотите в год свиньи. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ура! Мы хотим всех вас поздравить, наши коллеги, друзья, партнеры, с наступающим 2019 годом. Хотим пожелать вам тепла, добра, благосостояния, процветания, здоровья, счастья. И чтобы вы работали в такой же слаженной команде, как в Приволжском округе. Казань! Чебоксары! Уфа! Саратов! Самара! Нижний Новгород! Пенза! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Уважаемые коллеги, в преддверии Нового года хотел бы сказать пару теплых слов для всех нас. Пусть этот год начнется успешно и красиво. Желаю вам, чтобы каждый день в новом году приносил только радость. Целей достижимых. Пусть в деятельности каждого из нас будут новые победы и дальнейшие продвижения. Всем подарит счастье и любовь. Удвоенные энергии на построение карьеры в наступающем году. Семьям здоровья. Роста зарплаты. Задач интересных. И чтобы открывали в себе новые таланты и зарабатывали себе вот такие вот бриллианты. Главное – любви, достатка и благополучия во всем.
жить забавно и чтобы все работало исправно. Поздравляем Русбизнесавто с Новым годом! Новый год уж наступает, всех Русбизнес обнимает. Но у нас процесс идет, обеспечим весь народ. Серж бульдозер продает, кто камазами живет. Макска белка дожимает, кто карьеры отжимает. А Василий целый день прогоняет свою лень. Всех мы дружно поздравляем, счастья, радости желаем. В год свиньи не унывать и побольше продавать. Чтоб весь мир мы захватили, конкурентов всех разбили. С Новым годом! Поздравляем с Новым годом! Уважаемые коллеги, в преддверии нового 2019 года хотел бы сказать, что 2018 год был непростым для нас. Проделано очень много интересной и важной работы. И еще больше нам предстоит проделать в будущем году. В этом году нашей компании исполнилось 25 лет. И это одно из самых ярких и значимых событий для Русбизнесавто. Пришло время подводить итоги. И я уверен, что мы сделаем правильные выводы и в 2019 году покажем достойный результат и заработаем денег. Хочу от всей души пожелать вам ровной дороги к успеху, четких поставленных целей, благополучия, семейного счастья и, конечно же, здоровья. А сейчас флешмоб от нашего коллектива с пожеланиями для вас. Крепчайшего здоровья! Прекрасного праздника! Перемен к лучшему! Фантастического здоровья! Оптимизма! Сияющего солнца! Вдохновения! Радужной мечты! Стабильности! Праздничного настроения! Понимания! Добра! Приятных открытий! Достатка! Веры в хорошее! Бодрости духа! Внимание! Ясной улыбки! Свежего ветра! Поддержка! Процветания! Увлекательных воспоминаний! Счастья! Желаний! Ярких впечатлений! Потрясающих сюрпризов! Мудрости и опыта! Вечной молодости! Высоких достижений! Чувства юмора! Осуществимых надежд! Свершений! Приятных людей рядом! Уверенности в себе! Замечательных друзей! Успехов в работе! Ура! Ура! Какие теплые слова прозвучали от Японского до Черного моря. И в заключение новогодние поздравления из столицы нашей Родины, города Москвы. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Пусть все болезни, обиды, разочарования и неудачи останутся в уходящем году. Пусть Новый год принесет в ваши дома исключительно счастье и здоровье, удачу и благополучие. Подарит вам массу впечатлений и возможностей. С наступающим Новым годом! Коллеги, имею честь поздравить вас с наступающим Новым годом. В этом году компания «Русбизнесавто» отметила свое 25-летие. Это сказка. Желаю вам, чтобы в следующем году сказка не заканчивалась. Волшебникам желаю долголетия и процветания компании «Русбизнесавто». Ее жителям, бойцам, рыцарям, отваги, верности, фантастического везения и громких побед. А сказочникам мудрости, терпения, отваги в защите сказочного королевства от бандитов и сказочного свинства. С Новым годом вас, дорогие друзья! Желаю вам жить, поживать, работать и добра наживать. Уважаемые коллеги! Хочу поздравить вас с Новым годом, от всей души пожелать вам здоровья, радости, счастья в новом году, новых клиентов, новых свершений, новых побед, лояльности клиентов, здоровья вам, вашим близким, друзьям, прибавления в новом году, новых семей, детей,
Всем счастья. Коллеги, поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов и побольше хорошего настроения в будущем году. Также хотел пожелать удачи, поймать и не отпускать птицу счастья. Я искренне рад работать с вами в одной команде. Команде «Русбизнес-авто». С наступающим вас Новым годом! Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы этот год принес вам удачу, успех, здоровье и радость вашим семьям. С Новым годом! Дорогие коллеги, хочу вас поздравить с наступающим 2019 годом. Два слова про уходящий год. Он был для нас юбилейным, нам четверть века. Это такая очень серьезная дата для бизнеса вообще в России. Это говорит о том, что то, что мы делаем достаточно правильно, что клиенты с нами уже 25 лет. Вот. Хотелось бы сказать какое-то нам напутствие, что ли, на будущее. Клиенты, которые 25 лет покупают у нас машины, мы хотим, чтобы они оставались еще 25 лет с нами. Для этого нам надо еще лучше работать. Вы видите, что много времени мы уделяем послепродажному обслуживанию, будем развивать это в следующем году. Надеюсь, что следующий год еще будет годом ДСТ, потому что на традиционных рынках ситуация немного стагнирует, клиенты укрупняются, поэтому в следующем году будем двигаться в сторону ДСТ. Хочу пожелать вам в следующем году успехов, здоровья, чтобы у семьях было все хорошо, ну и чтобы мы вместе достигали тех целей, которые для себя поставили. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, подходит к концу 2018 год, и пришло время подвести предварительные итоги. Мы открыли новый дилерский центр КАМАЗ в Воронеже. В Екатеринбурге мы получили статус официального дилера Mercedes-Benz, и у нас появился самый восточный филиал в городе Владивостоке. Мы развиваемся не только открывая свои филиалы, но также мы еще купили бизнес нашего конкурента в Нижнем Новгороде. В компании появились новые люди, а мы приросли филиалом в Кирове. В следующем году мы будем работать над эффективностью нашей компании. Все продавцы уже работают по новому регламенту, используя CRM-систему. Система управления продаж ДСТ работает и показывает неплохие результаты. В следующем году мы будем развивать это направление, и следующий год для нас будет годом ДСТ. Мы продолжаем работать с программой «Кадровый рост». Каждый, кто неравнодушен к своей работе, и кто хочет связать свою судьбу с судьбой компании, сможет получить новое кадровое назначение. В начале 2019 года многие коллеги получат новую кадровую ступеньку. Хочу поздравить вас с наступающим 2019 годом. Благополучия вам, успехов, с праздником! Прекрасно сказано. И от себя лично я желаю всему коллективу «Русбизнес-авто» хорошего настроения, здоровья, благополучия, счастья и удачи. С Новым годом, друзья! С новым 2019 годом! Уважаемые коллеги! Здравствуйте! Коллеги, мы вам забыли пожелать.